На 2 недели участок Самарской набережной в районе Ладьи превратился в ярмарку. Здесь представлена продукция от производителей из разных уголков нашей страны. Здесь можно попробовать башкирский мед с карельскими ягодами в льняной рубашке из Костромы и запастись косметикой на крымских травах. На ярмарке представлены одежда, изделия из кожи, товары для дома, косметика. Марина Яблокова приехала в Самару из Костромы. Рассказывает, на рынке пошива одежды из льна работает уже 25 лет. И в таких ярмарках принимает участие не впервые. Самая гигроскопичная, влаговпитывающая. Вам очень комфортно в них. Как донор для вашего организма, я бы так сказала. Всероссийская текстильная ярмарка в Самаре проводится в первый раз. Ее организатором выступил Минпромторг России при поддержке городской администрации. Это позволяет, в свою очередь, и конкурентную среду организовать. Таким образом, у нас цены снижаются, да, то есть, когда конкуренция существует, у нас цены снижаются. Поэтому такой вид торговли, он и среди жителей востребован, и, соответственно, повышает конкурентную среду. Ольга Ремезова с внуками зашла на ярмарку по пути на пляж. Глаза разбегаются, говорит женщина. Все нам понравилось, все хорошо, все красивое такое. В общем-то, неожиданно так, здорово. Хотелось бы, чтобы все лето здесь так было. Организаторы приглашают самарцев и гостей города прогуляться по торговому ряду на 4-й очереди Самарской набережной. Ярмарка продлится до 7 июля. Галина Топилина, Петр Паламеев. События.